многоуважаемые подписчики, а также гости моего канала. Привет вам от Виталия 55 киловатт. И сегодня мы посмотрим, наверное, отражает вам, на фен от фирмы Ресанта. Еще упакованный в клееночке. Сейчас мы ее снимем, вам перестанет отражать. Сейчас мы его распакуем. В общем, фен у нас вот такой вот от Ресанты. Модель кафе 2000 ЭКД. Регулировочка плавная. Не знаю, какого года он. Ну, сейчас откроем, посмотрим, поотдайте. А вот здесь вот, кстати, есть. Нету нифига. Ну что, фенов у меня вроде еще и не снимал. Сколько помню, не помню, вроде нет. Ну, не суть. У него есть электротабло. И по цене, по сравнению с аналогами, прям вообще цена огонь. А у нас еще дешевле всех. Вот в данный момент прямо смотрел. Получается, у официалов 4200. Все инструменты 4200. На каком-то сайте 3800. Но моим подписчикам за 3700 такой фен будет. Ну, давайте вскроем и посмотрим, что с ним идет и как он работает. Ну, первое, что скажу, чемодан такой прям жидкий-жидкий. Вот это убрать пока. Прям жидкий-жидкий. Ну, естественно, документы. Гарантии. Ее помать хухры-мухры. 5 лет на. Насадки все повыпадывали с места. Ну, что у нас получается? 6 насадок. Да, с ним идет в комплекте. Ну, стандартные. Так. Ну, и сам фенчик. Фенчик. На 8 марта роднули. Волосы сушить. Ух! Засушится. Так, вот так поближе вам его показать. Легкий прямо. Что-то какой-то в руке легковат. Я ожидал, маленько потяжелее будет. Китай, мана-мана. Ну, с внешнего вида вначале. Отлив неплохой, но пластик прям вообще вот. Я фиг его знает. Прям дешмомый. Ну, в руке удобненько. Рукоятка тоненькая. Здесь у нас на задней панельке кнопки управления феном идут. Подача воздуха больше-меньше. И температура больше-меньше. Здесь кнопка включения. Два режима. Сразу по характеристикам, в общем. 2 киловатта по мощности. На первом режиме у него 60 температура. По потоку воздуха от 350 до 500 литров в минуту. А уже получается на втором режиме мы можем его выставлять сколько надо. Также от 60 до 600. А я первый что сказал? 60 в общем. Так, ну этот товарищ у нас получается самый матерый из всей линейки фенов. С циферблатиком, то есть предыдущие модели у них это идут с регулировками температуры, как например у Интерскола есть модель. Не ломаться. Надо же включить, наверное. Пожужжать. Так, ну вот у нас первый режим включился. 60 максимально. И все, вот, пожалуйста. Воздух. Блин, ничего не видно так. Все, вот воздух на минималку. Ну да. Тепленько. И здесь увеличил максимальный поток воздуха. И у нас второй режим получается. Включаем второй. Температура также стоит. Оп, пошла подниматься. Можем ее уменьшить. Все, вот она до 350, сейчас будет подниматься. Вот мы ее уменьшаем. Блин, да что нифига не видно. О, 270.
Ой, 170. Все, нагрелся, загорелся, не работает в этой температуре. Поток также можем уменьшить у нас. Не, ну прикольно, конечно. Но сравнивать там с бытовыми фенами получается нецелесообразно, да, который там за косарь, за полторы, то есть, тем не менее. Но Interscale, вот задняя крутилка, которая простая, у них, да, цена намного подешевле будет. Ну, в общем, такой вот фенчик. Ну, прикольно, в руке сидит удобно. И что по температуре выставить можно. Интересно, вот он сохраняет температуру, которую я выставил. Аналог там Макитовской примерно такой же. Ну, что, наверное, 1009 будет стоить. Ну, как проработает этот? Но гарантии 5 лет есть, так что заморачиваться, я думаю, в этом деле не стоит. Как вам феник? Феник. В общем, понравился. Лайкос, комменторик. И подписаться, если не подписан. Ну все, ребятки, пока.